Друзья, всем привет! Сегодня, как и обещал, подключил колонку Лома 30А142, вынес ее на улицу, она у меня одна. В предыдущем ролике моем вы можете видеть, я об ней рассказывал. Выглядит она вот так вот. И сейчас мы с вами подключим, послушаем. Сразу скажу, пацаны, слушайте либо в наушниках, ну, либо у кого там нормальная аппаратура. Потому что через телефон или просто через ноутбук вы не поймете. Поехали! Ну-ка, пацаны, в наушниках зацени, какой мидбас. Thank you.
В общем, пацаны, для одной колонки, да, с одним динамиком 4А32 и рупором 1А20 звучит весьма неплохо. Я бы сказал, даже очень приятно и качественно. Валево, посмотрите по всему двору, как звук распространяется. Единственный минус из всего то, что ездят машины кругом и достаточно шумно. Бас отражается абсолютно отовсюду. Вот это хорошо!
пацаны, всего лишь одна колонка. Жестко по всему двору просто. Пацаны, я надеюсь, камера передала, как это чудо-колонка играла, но по крайней мере не стыдно. А это только одна, да, вот представьте, две, да, вторую соберу до конца. Потом, если еще к этим колонкам подкинуть сап на 18-ке, желательно, конечно, рупорный, потому что эти колонки довольно крикливые. И если рупорный сап поставить к ним связку, я думаю, будет вообще огонь. У динамика ход небольшой. Вот такое вот вам, короче, пацаны, небольшое видео. Оценивайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки обязательно. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Далее я планирую вот эту колонку одну сравнить с колонкой Loma Solist 1:1. А также вынесем тоже на улицу, пока снег не пошел, потому что очень холодно, уже руки отмерзают. Вынесем колонку эту и Солист на улицу и уже проверим как следует. Подключим, навалим, посмотрим, что из этого получится. В общем, кому интересно, подписывайтесь. Не болейте, всего хорошего.